Итак, ребята, мы начинаем нашу новую рубрику «Сколько станет», в которой мы раскроем различные аспекты содержания автомобиля после его покупки. Так как именно эти вопросы чаще всего мы встречаем от вас. Сегодня мы начнем с автомобиля у компании Suzuki, с модели SX4. Достаточно популярный на рынке автомобиль и, скажем так, универсальный по половой принадлежности. Его любят как мужчины, так и женщины. Начнем с первого вопроса. Это наличие конкретной модели у бренда на рынке. Машины присутствуют, благо они производятся на заводе в Венгрии. Там есть достаточно давний, известный и крупный завод Suzuki, поэтому поставки идут буквально каждую неделю. Поэтому в плане наличия у нас что по цветовой гамме, что по комплектациям, вопросов не возникает. То есть у нас идут автомобили только венгерской сборки? Да, да. Японцы к нам не приходят? Японцы их не производят вообще. Кто вообще их производит? Венгрия, Венгрия и Индия? Индия, да. Но к нам, ну, Индия к нам не поступает, и, в принципе, и не надо, потому что у нас рынок более северный, и венгры нам ближе по климатическим условиям. Согласен. Хорошо, давай тогда еще поговорим. Стартовая цена машины. Стартовая цена машины на данный момент – это 493 тысячи гривен. Это вот конкретно… И максимальная комплектация, вот все в машине есть. Максимальная комплектация – это комплектация GLX 1.4 турбо с полным приводом, в полной комплектации 712 тысяч гривен. Разница приличная. Разница приличная. Но и набор опций тоже разница приличная. Значит, о наличии этих автомобилей в салоне что можно сказать? Если я приду и сейчас начну там просить какой-то определенный цвет, какую-то определенную комплектацию, что вы мне скажете? Ну, если говорить вообще о наличии в салоне, то только в салоне здесь 4 машины стоит SX4, разной комплектации, разных цветов. А я вот вредный покупатель, и я скажу, вот у вас стоят, а того цвета, который мне нужен, нету. Я вижу, у вас есть там выбор, я выбираю какой-то определенный цвет. Абсолютно без проблем, под Киевом находится общеукраинский склад. Опять же, повторюсь, из-за того, что поставки идут каждую неделю, практически все цвета всегда есть в наличии в любой комплектации. Даже если надо подождать, то это абсолютно недолго. Может, неделя, может быть, две, не больше. Понятно. SX4, он продается в конкретных комплектациях или я могу перебирать? То есть могу говорить, вот эту функцию мне поставьте, эту уберите. Или вы говорите, есть там 3 комплектации, 4, 5, 6, вот выбирай из них. Ну, как у большинства японцев и, в принципе, вообще азиатов, у них есть свои определенные фиксированные комплектации, и можно выбрать из них. Что-то можно доставить уже здесь по факту, какие-то определенные функции, но, естественно, в данном случае есть определенные ограничения. Что, какие функции мы можем за дополнительную плату сверхкомплектации ставить? Ну, скажем так, стандартный джентльменский набор, там защита моторного отсека, брызговики, сигнализация, то есть это то, что доставляется уже здесь. Задаю шкурный вопрос. Да. Из вот этого, что ты перечислил, что вы можете сделать в подарок при покупке? Это всегда зависит от того, когда человек приходит. Почему? Потому что цены очень сильно зависят от курса, в данном случае евро. И возможность каких-либо скидок, либо подарок всегда обусловлена курсовой разницей. Потому что иногда цена настолько хороша, почему? Потому что они успели отрегулировать по отношению к росту курса, что гораздо выгоднее взять здесь и сейчас, чем ждать и пытаться переговариваться по поводу подарка. Так, это понятно. Давай конкретно остановимся на этой модели. Сколько сейчас на нашем рынке присутствует комплектаций для данной модели? Здесь есть такой, скажем так, ну, небольшой трюк, что называется, от Suzuki, потому что у них комплектация и наличие, допустим, автомобилей с передним приводом, с полным, с механикой, либо с автоматом, они не привязаны друг к другу. По факту получается, что есть всего две комплектации – GL и GLX. Но при этом комплектация в вот именно GL, да, базовая, ну, ее называют базовой, условно базовая, достаточно, да, много всего, да. Она может быть на механике переднеприводная, она может быть на механике полноприводная, она может быть на автомате переднеприводная и на автомате полноприводная. То есть вроде бы одна комплектация, но 4 возможных вариации в плане полного привода, либо же трансмиссии. Но все эти комплектации, если я приду завтра к вам с деньгами и скажу, я покупаю,
то любую из них, в принципе, я могу взять. Да. Единственный нюанс может быть наличие какого-то цвета, да, но его надо будет, может быть, просто подождать со склада. Либо но, опять подождать же, со в течение склада... какого времени решается вопрос, если машину один, надо... 1-2, максимум 3 дня это со склада. А, ну, то есть... Обычно 1-2 дня. То есть сегодня мы заказали, либо завтра привезли, либо послезавтра максимум. Ну, это имеется в виду рабочие. Отлично. Ну, по особенностям конструкции мы уже определились. То есть здесь есть две базовые комплектации, и уже особенности конструкции отличают внутри комплектации машины. То есть это может быть передний привод, ручная механическая коробка передач или автоматическая коробка передач, и, соответственно, полный привод. Полный привод идет и с автоматом, и с ручкой. И с автоматом, то есть и так ручкой, тоже да. Это все возможно. Пожалуйста. Моторы. Выбор моторов. Выбор моторов. Либо 1.6, либо 1.4 турбо. По мощности 1.4 турбо мощнее, чем 1.6? Мощнее, конечно, и он более обладает большим крутящим моментом. Поэтому в плане динамики и эластичности, конечно, он более интересный. Но он представлен только в самой полной комплектации, только с полным приводом и только на автомате. По ресурсу они примерно одинаковые? По ресурсу они примерно одинаковые, да. То есть каких-то особых там претензий, ну, во всяком случае, то, что мы изучали, да, это форумы, отзывы владельцев, практически не встречаются каких-то жалоб на то, что там турбина, какие-то проблемы с ней или с мотором. То есть если, ну, опять же, мы берем, когда вот эти отзывы, да, и сравниваем, мы берем отзывы только тех владельцев, которые вовремя соблюдали ТО, там, сервисные все операции, которые регламентированы. Хорошо, это понятно. Какая в основном у вас целевая аудитория вот, у этой машины? Потому что, я так понимаю, у вас есть Vitara и есть SX4, которые, в принципе, построены на одной и той же базе. Выглядят они несколько иначе. Эта машина, ну, с моей точки зрения, такая более женственная. Хотя, если посмотреть, кто на них ездит в городе, мужиков ездит полно. И вообще создается у меня лично, это я как бы говорю о своем впечатлении, а ты мне скажи о своем и о реальной статистике. О реальной статистике. Потому что, по моему мнению, это вообще семейный автомобиль, его покупают мужчины для женщин, а потом сами на нем ездят. Ну, ты во многом угадал. Почему? Потому что действительно в плане покупателей 50 на 50 примерно разделяется между мужчинами и женщинами, кто является покупателем самого автомобиля. Но абсолютно верно в том, что этот автомобиль, он больше автомобиль именно семейного типа, и этим он отличается от Vitara. Очень часто люди приходят, увидев Vitara, как бы более яркий внешний вид, но когда дело заходит за рациональный выбор, останавливают свой выбор именно на SX4, как на более крупном и более универсальном автомобиле. Ну, я слышал у вас же здесь в салоне, как одна барышня говорила, а та более симпатичная. Да, именно поэтому две машины, технически идентичные и построенные на одной платформе, они имеют разных покупателей. Тому, кому больше важен внешний вид, он обращает внимание на Vitara. Тому, кому больше важны именно практические какие-то фишки, размеры, вместительность, тот обращает внимание на SX4. Понятно. По безопасности? 5 звезд, да. И вот здесь вот компромиссов у них никаких нету, что в базовой комплектации, что в полной комплектации. Любой автомобиль оснащается 7 подушками в обязательном порядке и системой стабилизации в обязательном порядке. Кстати, друзья, мы еще открываем одну дополнительную рубрику, она у нас будет называться «Автомама», где мы на примере как раз Suzuki, ну потому что Suzuki нам просто предоставила автомобиль, будем показывать, как различные типы детских сидений устанавливаются в автомобиль. А чем удобен еще Suzuki, все системы безопасности, именно что касается детских сидений, как они устанавливаются и так далее, кстати, там где-то ребенок кричит, как раз все системы здесь присутствуют. Это заднее сиденье системы Isofix, переднее сиденье разворачиваем кресло наоборот, устанавливаем лицом к маме, ребенок сидит, включается подушка безопасности, ну то есть все, что нам нужно по стандарту. Давай остановимся на том, как выбирают машину в основном исходя из бюджета. Какое количество покупателей больше присутствует среди ваших клиентов? Кто покупает за наличку, кредит, лизинг? Вот как примерно распределяется доля? Ну, доля примерно распределяется так, что все-таки 80% это покупатели, те, которые берут наличными либо переводом, то есть те, которые уже имеют сумму денег собственную.
20% относится к покупателям, которые берут либо в кредит, либо в лизинг. Из этих 20% львиная доля, конечно, это кредит. Больше физлица, либо же ФОПы. Лизинг в основном используют компании, которые уже покупают непосредственно для своих автопарков. Это связано с тем, что у них там меньше, ну, урезается немного налогообложение при лизинге? Да, 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 да. С лизингом именно связано то, что для фирмы это банально более выгодное вложение капитала, нежели кредит. Мы с вами отдельно разберем, вообще отдельным видео, вопрос лизинга, потому что тема такая достаточно обширная, куча нюансов, и в одном видео, тем более, которое касается совершенно другой темы, мы все сразу не осветим. Поэтому к лизингу вернемся потом. Вся вот эта кухня, оформление кредита, там, переоформление, регистрация в органах регистрации и так далее, вы все это на себя берете при покупке автомобиля? При желании клиента, конечно. Сколько нужно дополнительно от стоимости автомобиля доплатить, если я хочу, чтобы вы мне отдали машину уже с техпаспортом и номерным знаком? Ну, сугубо говоря, мы берем автомобиль, и от него в зависимости от цены примерно берется 4 либо 5%. Это 4 вот эти либо 5% это затраты на регистрацию самого автомобиля. Плюс то, что по минимуму обязательно должно быть по законодательству, это ГО. В зависимости от места регистрации автомобиля это будет от 700 до 1500 гривен. Но если говорить об СИК-4, ГО это гражданская ответственность. То есть это страховка, которая обязана быть у любого водителя, если он выезжает на дороге общего пользования. Она, да, потом ее человек в течение там, жизненного цикла автомобиля постоянно продляет. Это понятно. Мы говорим о базовых, то есть это стоимость регистрации в МРЭО. По сути говоря, это сам автомобиль и стоимость регистрации в МРЭО. Все. Стоимость это регистрации. Это минимальные затраты. То есть вы свои какую-то маржу не накидываете? Я же вам говорю, это то, что потратит клиент. Вот еще опять же, вот этот вот момент, это то, что потратит клиент для регистрации автомобиля в МРЭО. Ну это и налог, платится при первой же регистрации. Конечно, так? Конечно. Вот эти вот либо 4, либо 5%, они в конкретном случае, когда дело касается автомобилей Suzuki, зависят от цены автомобиля. Либо человек заплатит 4% от стоимости автомобиля, либо же он заплатит 5% от стоимости автомобиля. Я пришел, у меня бюджет, скажем, там около там, 500-600 тысяч. То есть где-то среднее в комплектации я могу попадать. От каких функций, которые существуют в самой высшей комплектации, мне стоит отказываться, а от каких нет? Ну, ты знаешь, это достаточно такой вопрос, скажем так, с подвохом. Почему? Потому что это всегда все-таки зависит от человека. Кому-то важно одно, кому-то важно другое. Надо разбираться индивидуально. В базовой комплектации есть все то, чем пользуется человек каждый день и что необходимо для минимального и чуть выше минимального уровня комфорта. Я тебя понял, твою идею. В базовой комплектации есть уже все, что человеку необходимо. Ну, то есть это минимум. Есть руль, есть педали, есть коробка передач и так далее. Не об этом. Вот есть, допустим, в полной комплектации, там, я не знаю, камера заднего вида, еще что-то. Вот. Какие функции, с твоей точки зрения, не настолько обязательны, чтобы за них переплачивать? Ну, так опять же повторюсь, но тут вопрос индивидуальный, понимаешь? Есть люди, которые, например, водит жена, водит муж. Они сидят рядом, двухзонный климат-контроль, который стоит в полной комплектации, он обязателен для них, да? Почему? Потому что у них там разный тепловой режим, они по-разному себя ощущают. Если человек водит один, ему двухзонный климат-контроль, по сути говоря, не нужен. Зачем за него переплачивать? Можно точно так же обойтись кондиционером. По факту эффективность этих двух устройств не одинаковые в плане охлаждения и в плане, да, там, допустим, нагрева. Допустим, я хочу оставить камеру заднего вида, да, парктроники, но при этом мне не нужен двухзонный климат-контроль. Но я так понимаю, я такую комплектацию не могу себе сформировать. Ты не можешь ее сформировать с завода, но мы можем доставить определенные опции, опять же, здесь. То есть мы можем здесь доставить экран, мы можем здесь доставить камеры, мы можем здесь доставить парктроники, но при этом у тебя останется кондиционер. Это не возбраняется, не запрещено, и это можно сделать.
Хорошо, давай еще раз. Минимальная комплектация. Что мы имеем в минималке? В минимальной комплектации мы имеем подогрев сидений, мы имеем подогрев зеркал, мы имеем 7 подушек, мы имеем кондиционер, мы имеем противотуманки, мы имеем круиз-контроль, мы имеем руль, который регулируется и по вылету, и по глубине, но не имеем, допустим, камеры, не имеем парктроника, ни переднего, ни заднего, не имеем легкосплавных дисков. То есть это все будет отсутствовать, то, что будет присутствовать в более богатой комплектации. Датчик дождя, датчик света, светодиодная оптика, дневные ходовые огни тоже светодиодные. То есть светодиодные начинаются, они только в высшей комплектации или да, со средней начинаются? Они светодиодные, именно ходовые огни, они только в высшей комплектации. В базовой они идут обычной лампочкой. То есть они есть, дневные ходовые огни, но просто обычная лампочка, которая встроена в противотуманки. Хорошо, смотри, обычно все освещают, когда стоимость, вот минимально, как ты сказал, стоимость 493 тысячи. Да, приходит человек, говорит, вот у меня есть 493 тысячи, все, заверните. И тут начинается, и подождите, раз, 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 и на самом деле это 500 с чем-то. Правильно? То есть, что мы должны сразу человеку нашему сказать? Ребят, когда вы рассчитываете, даже если вот вы смотрите, есть цена, у нас на видео она в табличке, вы можете посмотреть полностью весь перечень цен, есть цена, и к этой цене вы должны обязательно добавить. Первое, что мы записываем, это страховку обязательно, правильно? Страхование записали. Второе, что мы должны, это при первой регистрации обязательно платится налог. Это пенсионный, да? Да, да. Сколько процентов? В зависимости от суммы, если говорить о Suzuki, это либо 4%, либо 5%. От 4 до 5%? Да. От суммы граница... стоимости автомобиля. Граница 613 тысяч 100 гривен, если не ошибаюсь. То есть свыше этой суммы свыше 5%? Это 5%, ниже этой суммы это 4%. Есть еще 3%, но у Suzuki нет ни единой машины, которая записали. Подпадала бы под 3%. И плюс регистрационные расходы в ГАИ, да? Да. Сколько да. примерно они сейчас стоят? Зависит от того, в какое ГАИ пойти. Почему? Потому что при уплате пенсионного фонда там есть, допустим, комиссия банка. Комиссия банка зависит от самого банка. То есть в зависимости от МРЭО эта сумма может варьироваться. Ну, примерно. Но, давай так, грубо говоря, 90% от суммы платежа – это наш пенсионный фонд. То есть вот 10% это какие-то дополнительные платежи за техпаспорт, за номера, комиссия банка. То есть, грубо говоря, если я заплатил, ну, условно говоря, 5% вот этот налог, то вот эта сумма налога я примерно еще на 10% должен добавить, это будет примерно регистрация. Примерно, да. Хорошо, есть. Еще один важный очень нюанс, сумма налога вычитается из суммы за стоимость автомобиль без НДС. Без НДС? Без НДС. Хорошо, это мы все посчитаем и нашим зрителям доведем. То есть вы примерно будете понимать, сколько стоит базовый автомобиль после уплаты всех операционных расходов и сколько будет стоить автомобиль в полной комплектации, сколько вам еще будет добавить. Ребят, мы сейчас вернемся к очень интересному вопросу, о котором вообще все забывают. То есть пришел, есть машина, она красавица, она мне нравится, у нее прекрасный цвет. Я посчитал все эти расходы. Все, она там мне обошлась 500 с чем-то тысяч гривен, я ее взял и начал ездить. Дальше я немножко поездил и понял, что я должен продолжать тратить на нее деньги. А на что я трачу деньги? Есть регламентные работы, которые оговариваются на любом транспортном средстве, если вы его купили. То есть у вас есть гарантия, чтобы с нее не слететь, вы должны ездить на ТО. На ТО вы вовремя меняете масло, фильтра там и так далее и тому подобное. Проводятся какие-то регламентные работы, когда проверяется там степень затяжки болтов на подвеске. Да, это же все делается. Конечно. То есть, чтобы вы могли безопасно дальше эксплуатировать этот автомобиль. Самый частый вопрос, который нам сейчас в последнее время начали задавать наши зрители, а вы, ребята, рассчитайте, сколько эти ТО, сколько все будет стоить там, на год, на 2, на 3, на 4, на 5. Мы задаем вопрос человеку, который продает машину. После того, как ты продал машину, как часто ваш сервис будет видеть вашего покупателя? Ну, как минимум раз в год, потому что по регламенту, в зависимости от двигателя, который установлен на машине, надо приезжать либо раз в 15 тысяч, либо раз в 10 тысяч, 10 тысяч для турбированного мотора, либо же раз в год, если пробег
не наступил по факту. То есть если я мало, год, если я мало езжу, если я мало езжу, ну, допустим, 5000 км в год я наезжаю. Но да. Год прошел, значит, я уже все равно должен приехать, да, и обслужить. Средняя стоимость первого ТО. Средняя стоимость первого ТО в зависимости от двигателя это 80-120 долларов. Буду говорить в таких единицах, людям более привычно, потому что от курса тоже меняется и стоимость. Может поменяться стоимость. Да, да, да. Хорошо. Проходит следующий год, тот же пробег или год, что раньше, я опять приезжаю. Да. Второе ТО дороже или примерно столько? Второе ТО выходит примерно столько же, но опять же зависит от мотора. 1.4 турбо, он может обойтись уже в 120-150 долларов ТО. 120-150, но 150, если да. Это мы говорим о турбо. Да, да, это если мы говорим о турбо. То есть 1.6, вот примерно будет в этом диапазоне тоже 80-120, может быть ближе просто к верхней. Хорошо, потом у нас 3, 4, так до 5 лет, да? Да. Гарантия у вас сколько? 3 года либо 100 тысяч. Хорошо, мы тогда берем 3 года, либо 100 тысяч километров. Ну, за 3 года 100 тысяч километров накатать, это, по-моему, большая проблема, нет? На самом деле нет. 30 тысяч в год вполне нормальный, скажем так, усредненный пробег. Ну, я не знаю, я там за 5 лет наездил 60, поэтому... Если ездишь только по городу, сложно. Да, хорошо, это проблема. Хорошо, да. Самое дорогое ТО? Самое дорогое ТО. Тут тоже все зависит от двигателя. Например, на 1.4 самое дорогое ТО – это 60 тысяч. И связано оно с тем, что меняются свечи зажигания. 60 тысяч километров, да. Самое дорогое ТО. Да, да. Оно обойдется где-то в 250 долларов. И связано, опять же повторюсь, с тем, что там меняются по регламенту свечи зажигания. Они там не обычные, они там не никелевые, они иридиевые, поэтому и стоят они, соответственно, 800 тысяч гривен за штуку. Ну, они с иридиевым накулением. Да, 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 да. Я понял. Хорошо, то есть в среднем тогда мне что нужно? Это получается 60 тысяч километров, шестое ТО. Да. То есть в 5 лет, в 5 ТО, я примерно попадаю от 80 до 120 долларов постоянно, если это у меня 1.6 мотор. И через раз у меня сумма увеличивается, да, один раз у меня минимальная стоимость, да, да. Один раз чуть побольше. Но при этом я получаю турбированный мотор, более эластичный и более резвый. Ну, тут тоже, тут надо делать скидку на то, что есть, конечно, регламентное ТО, которое обусловлено заводом-производителем и пробегом, да? В каждое ТО регламентом завода включен фильтр. Фильтр салона, фильтр воздушный. И, естественно, если ты пробегаешь, допустим, 3000 в год, и ребята у тебя во время годового ТО вытягивают фильтр, а он чистый, то тебе его показывают, и ты принимаешь решение, менять или не менять. Если он чистый, он не меняется, соответственно, стоимость ТО уменьшается. То есть всегда идет, безусловно, индивидуальный подход. То есть менять надо тогда, когда необходимо менять. А личной заинтересованности нет у механика? Ну, личная заинтересованность есть, может быть, всегда, да. В любом случае человек работает за деньги, но если ты вытягиваешь фильтр, и он чистый, ну как ты его можешь поменять? Ты его не можешь поменять. Так, хорошо, у меня еще есть такой вопрос. Стоимость плановых расходников на машине. Стоимость плановых расходников. Ну, то есть, вот у нас есть, что мы все время гробим, да, то есть уничтожаем. Это тормозные колодки, жидкости у нас постоянно работают, фильтра мы меняем, но они входят в регламентные работы, правильно? Вот ты стоимость ТО когда называл, это со стоимостью... Конечно, это да. Уже со стоимостью. Значит, полностью. Опять же, свечи я хотел спросить, но ты их уже назвал, что они туда будут входить в ту стоимость, где самое дорогое ТО. Ну, это для 1.4. Хорошо, тормозные 1.6. Колодки и жидкости. Тормозные колодки оригинальные обойдутся в районе 2500-3000 гривен. Это оригинальные? Это оригинальные тормозные колодки. Так, да. По жидкостям. У нас есть в каких-то регламентных работах они включены, замена? Да, да. На каком? Тормозная жидкость меняется раз в 30 тысяч, поэтому она каждая 30 тысяч у нас входит замена тормозной жидкости. Тормозная жидкость гироскопична, поэтому надо менять. Да. Иначе тормоза могут потерять свою эффективность. Жидкости. Масло в коробке передач? Масло в коробке передач зависит от коробки передач. В данном смысле здесь механика оказывается менее выгодной. Почему? Потому что регламент замены масла в КПП с механической раз 45 тысяч. А что касается автомата, то это за 100 тысяч. За 100 тысяч? За 100 тысяч. Обычно наоборот.
Ну вот, производитель... 45 и 100 тысяч, да? Да, за 100 тысяч. Механическая коробка. 125 может быть замена частичная, если не ошибаюсь, 160 это замена полная, то, что регламентирует завод-производитель. Конечно, никто не обязывает клиента не поменять его раньше, если он хочет, либо же там тяжелые условия эксплуатации какие-то. Итак, друзья, мы вкратце вам все рассказали о конкретном автомобиле SX4. Машина есть в наличии, есть все комплектации в наличии. Цены мы вам показали, стоимость эксплуатации дальнейшей после покупки мы вам показали. Примерно оценили, сколько вам обойдется регистрация и все остальное. Приходите, смотрите, выбирайте. Во всяком случае, я любому из вас порекомендую, если что-то такого класса вы себе подбираете, обратите внимание и на компанию Suzuki. Машины достаточно надежные, и мы как-то делали тест и загоняли машину на подъемник стороннему механику, и нам человек честно признался, что машина ему не нравится с точки зрения того, что нету каких-то крупных работ по ремонту, не на чем заработать. Замена масла, замена фильтра, все. Ну, это говорит о надежности лично для меня. Всем спасибо, смотрите наше видео, мы продолжаем нашу рубрику.